Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартиры своими руками. Итак, здесь речь пойдет о том, вот мы залили тогда пол клеем. Дальше, то есть получается, мы с квартиры залили пол, ну не знаю, любым там цементно-песчаная стяжка и так далее. Потом надо сверху сделать пол, чтобы был идеально ровный. То есть что мы делаем? Мы не заливаем его наливным полом, потому что, честно говоря, наливным полом залить очень трудно, чтобы было идеально ровно. Заливаем клеем обычным, самым дешевым. Итак, что мы делаем? Мы залили клеем, то есть вот у нас уже залито все. Вот проверим, вот так вот это все протянули клеем. И у нас остались после этого, ну вот от клея вот эти вот все неровности. То есть, что теперь нужно сделать? Клей, он не наливной, он получается, его на следующий день можно приехать и сошкрябать вот этим бразилом. То есть, лишнее убрать. То есть, наливной пол, и это уже не сделаешь, не уберешь. То есть, он засох и все. То есть, а клей мы сейчас уберем и просто вот так вот проверим. Шкрябаем и лишнее убираем. После того, как мы это все пройдем, прошкрябаем, если нужно, то есть, ну, в принципе, под ламинат вот это уже пойдет, то есть, тут перепады очень маленькие, сама поверхность, вот она почти ровная. То есть, если нужно вообще, чтобы не было вот вообще даже щелей, то есть, даже там сполосок, то можно еще раз все это заново потом прогрунтовать, когда, ну, сошкрябаете все начисто, пыль уберете, вот это все уберете, прогрунтовать и еще раз пролить клеем и на следующий день еще раз прошкрябать. Тогда получается идеальный вообще пол. То есть там нету даже вообще даже щелей. Ну а сейчас вот мы сейчас лишнее убираем. Причем, допустим, в эту сторону прошкрябали и в эту сторону. И тогда оно вообще все прошкрябает. Дешевле, вот гипсом, другие виды там, шпаклевки какие дешевле.